Сейчас у нас матч Брай Белла против Наоми. И играть я, наверное, буду за Брай Беллу. Текс. There's the bell, and this match to decide the number one contender is underway. Look at this move, Cole. What is Brie Bella going to do here? Whoa! Блин, все в таком латексном облачении, что... Ну, вы понимаете, да? Понимаете. Буя! Оу, Куни! Brie Bella's athleticism, high-flying abilities, and submission holds make her a threat to any diva in WWE. Так, давайте проверим, можно ли в этом матче использовать какие-то сторонние предметы. Ну, там, например, взять стульчик. Нет, здесь в этом матче такого сделать нельзя. Также будет идти отсчет до 10, когда мы будем находиться вне ринга. Ёпта. Можно, конечно, попробовать сжульничать, но почему-то в 11 части рефери стоит очень быстро номер. Опа! Что это было такое? Я ее хотел вообще-то кинуть на этот стол, но... Она задела своей пяточкой комментаторский стол, после чего он развалился. И испортила все злодеяния. Ладно, давайте мы зайдем и сразу с него убежим. Так, ух ты! Македонна! Давайте, наверное, сфокусируем все приемы на ее голову и ноги. Не знаю, почему я так решил, но просто взбрело мне в голову. Оп. Так, что у нас тут? О, еще немножко, и будет максимальное повреждение, максимальный урон на голове. Так, теперь можно спокойно переходить на нижнюю часть тела. То есть на ноги. Растяжечка. Кстати, насколько мне уже смечу. Вот такую контратаку произвела Наоми. Это немножко для меня неприятно, но ничего. Я выкупил из этой ситуации. That was not a pleasant sight, Michael. She's got her. The official continuing his count toward 10, doing whatever it takes to win. Так, она лежит. Все нутро там уже превратилось в Mix Direction. Ебарь. Так, финишер. Давайте используем финишер, конечно же. Так, и этот финишер попробую сделать так, чтобы наша Наоми оппонентка оказалась на... не получилось. Ну ладно. То есть я хотел ее кинуть на лестничную клетку. Now back to the ring. Ну, может, конечно, получится, не знаю, я попробую. Так, пока он лежит. Так, мы возьмем. Так, куда ж ты, бля, забегаешь? Не, все равно, видите, даже если бы он лежал, то пока я выбежал за ринг, то он уже в это время бы встал, и я бы просто-напросто не успел взять эту лестничную клетку и шандрахнуть ей по голову. Наоми. Вот такие у нас чаепития с доктором Дрю. Мацочка. Кстати, на консолях нового поколения, я думаю, что вы уже наверняка видели вот обзоры на WWE 2K15 именно на консолях нового поколения. И вы, наверное, уже заметили, что подойдя к этой лестничной клетке, можно сначала сорвать ее верхнюю часть, а потом по желанию нижнюю. И в итоге у вас получилось бы 4 металлические штуки, если бы полностью разъединили и убрали с угловых частей ринга вот эти вот клетки. Да, и, блин, я смотрел, я реально чуть не плакал, потому что
Я понимаю, что у меня есть деньги на консольного поколения. Я бы с радостью купил, приобрел. Вот, и записывал для вас, подписчиков, любимых обзоры по WWE 2K15 на PS4. Но, увы, мне нужно сначала купить компьютер, и этого сделать я не могу, поэтому вам придется подождать. И я так думаю, что уже на выход 12, ой, какой 12, на выход 16 части WWE версии, вот, у меня уже будет, наверное, консольного поколения. Вот, и я буду записывать видеоролики именно с новой консоли. Ну там серьезно, там поярче выглядит, там и карьерный рост добавили, то есть как бы режим карьеры, вот. Вас обучает Эдди Геррера и остальные, остальные участники WWE, вот, профессионалы, как нужно себя вести на ринге, вот. И тому подобным вещам. Все выглядит очень ярко. И очень реалистично. И с графикой там тоже получше. То есть вот если я, допустим, я подойду сейчас к обычным зрителям, да, то, ну, как бы графика их прорисовки неплохая. Но если вы не смотрели видео по WWE 2K15 на новых консолях, то... ну, я вам так скажу. Там в два раза лучше графика. Всего. Вот реально всего. К тому же я смотрел обзоры на Xbox One, которые делали. Вот. А как вы знаете, на Xbox One не все игры поддерживают разрешение 1080p. Даже, по-моему, если не ошибаюсь, абсолютно все игры не поддерживают. Вот, я не помню точно, но что-то я такое читал, что там, по-моему, 720p максимум. Вроде бы недавно эту проблему решили разработчики, потому что начал много им проходить жалоб по этому поводу. Ну, потому что реально, тратить, как по мне, тратить 7500 гривен, вот я не знаю, сколько это в рублях, ну, тратить такую, как у меня, огромную сумму денег и не получать того, на что вы рассчитывали, а именно тех 1080p Full HD. Это абсурд, это реально абсурд. И вот именно по этой причине, ну не только по ней, но это одна из главных причин, из-за которых я хочу брать не Xbox One, хотя у меня сейчас Xbox 360, а именно PS4. Хотя к PS4 я относился нейтрально. Ну, теперь мой взор лежит все-таки на именно плойку. Как вы заметили, я обычно выкладываю по две серии WWE. Вот. Но если вы хотите, чтобы я выкладывал по 3 и 4 и более серий за день, у меня есть несколько условий. Во-первых, серия должна набирать хотя бы 5 лайков, потому что выкладывать серию, которая не наберет даже и 3 и 4 лайков, мне нету смысла. Это мой труд, за который я не получаю должного внимания. То есть вы смотрите, да, но вы не комментируете, вы не лайкаете. Я не спорю, есть зрители, которые ставят лайки, которые пишут, что реально серия нормальная, вот. Но когда вы не оставляете комментарии, не лайкаете, у меня просто нету стимула, вот. И даже вот по этой причине я иногда записываю просто без комментирования, просто вот без микрофона записал, выложил. Поэтому, если вы хотите, чтобы я выкладывал побольше серий, там, допустим, за один день по WWE, вот, то ставьте обязательно лайки и пишите какие-либо комментарии. Неважно, какие комментарии, плюсик, минусик, смайлик, просто улыбочка, там, cool, good, nice, на русском какие-то слова, просто приятный комментарий. Вот.
не хватает, серьезно, не хватает. Есть, но не хватает, реально мало. Ну что ж, ребят, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, буду вам очень благодарен. Вот, смотрите новые серии, предыдущие серии, если вы их еще не видели. Новые серии, я думаю, выложу на днях. Где-то завтра. Сегодня у нас какое? 22 число. Вот, выложу, наверное, 23 или 24 новая серия. Так что, так, ну что ж, всем еще раз спасибо за просмотр. И до скорой встречи, ребят, всего хорошего, пока-пока. Всех с наступающим.